План капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Чувашии обсудили на совещании в Доме правительства. Генеральный директор Республиканского фонда капремонта Светлана Баранова рассказала, что сейчас работы ведутся в 196 многоквартирных домах. К 20 октября полностью отремонтированы 136 домов. В рамках реализации краткосрочного плана в этом году предусмотрена замена 88 лифтов с истекшим сроком эксплуатации в 29 многоэтажках Чебоксар. На обновление подъемников предусмотрено более 197 миллионов рублей. К середине октября заменили уже 74 лифта. После конкурсных процедур падение, экономия, падение на 20%, экономия в 38 миллионов рублей позволило нам, по сути, добавить еще 5 домов и 14 лифтов. Поэтому это вот эти дома, которые добавлены после актуализации на экономию, на сегодняшний день находятся в работе, оборудование на месте. Идет монтаж лифтового оборудования.